Bitki 24 saatin süresinde Moldova devletinde belli edildi. 1152 olay koronavirus hastalığın ulaşmasından 935 insan onların arasında. Onlar angıların yoktu vaksinaları. Gagauzya'da 24 saatte 42 olay belli edildi. Bir insan da sade vardı vaksina. Последние сутки, только за последние сутки у нас 42 первично выявленных пациента, из которых 42 kişi dün belli ettik. 16 Komrad dolayından, 19 Çadır dolayından, hem 7 Valkanej dolayından. Gagauzya'da COVID merkezlerinde 100 yere 1113 kişi bulunurlar. 30% hastalığı zor geçirirler. В апреле месяце, когда у нас была очередная, третья волна COVID-инфекции. В Комрадской районной больнице и в Чедролонской районной больнице мы на сегодняшнее утро имеем 100 коек развернутых. На них у нас уже 113 пациентов. Светлана Дулеваның шынында нехеп психосталарын сайысындан вакцина кабледен хаста инсанларын сайысы саде 0,5%. За этот период у нас из числа вакцинированных... Башлайрак ілке аздан вакцина кабледен инсанларын сайысындан коронавирус хасталыйынан улаштылар саде 60 киши. Саде 15 онлардан больницаларда яттылар. Каланы пекелин хасталый кечердилар, хем пек хызлы алыштылар. И достаточно быстро восстанавливались. Нышанында нехепсики мистер варынча каблетинар вакциналары саалык меркезлеринде англары ишлерлер диненме күннеринде адам. На сегодняшний день у нас есть Pfizer и у нас есть Johnson. Все остальные вакцины уже израсходованы, либо остались в каких-то центрах вакцинации в единичных дозах. Бүгүнкү күндө бар Pfizer хем Johnson вакциналары. Инсанда анна мэр вакцинанын маанасына 17610 киши илк вакцинаны кабилеттилер, 13074 киши да башардылар вакцинаны койма. Бу сайлар Гагаузияга көрө. Которые подлежат вакцинации, это старше 18 лет. Второй дозой у нас 13074 человека. Это еще меньше процент, это до 11% населения, которые провакцинированы обеими дозами и считаются полностью вакцинированными. Uzmanın laflarına göre bugünkü hastaların ta çoğunda koronavirüs delta çeşidi belli olduğu hem onun ilaçlanması ta zor geçer. Tek çıkış durumdan vaksina kabul etmesi. Кто бы что ни говорил, могут быть различные мнения. Без вакцинации мы, к сожалению, с этой проблемой справиться не сможем. Kim ne söylemese ama vaksinasız biz bu durumdan çıkamayacağız. Güç ama Gagauzya'nın yaşayanları vaksinanın manasını hem lazımlığını ta anlamadılar. Güç ama biz kaybederiz genç insanları. Bu hafta bu hastalıktan geçende 35-46 yaşında gençler. Ben bilmiyorum şansura ne soy anlatma yaşayanlara hani vaksina da bizim kurtulmamız. Это молодые люди, которые еще должны жить. Я не знаю, как еще нужно обратиться к нашему населению, что неважно какой вакцины, но нужно привиться и попробовать себя защитить. Бүгүнкү күндө Молдова девлетинде ылачланырлар 6865 киши. Онлардан 1418-и больницаларда, 85 киши зор durumda bulunurlar. 5'i oksijen altında. Алена Терзи, Андрей Лишинский, Мария Казаку, ГРТ Хаберлер.